Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Так, надо было мне, конечно, деньги собрать перед записью. Ну да ладно, в процессе все это сделаем. Так, давай забирай с собой награды. Раз, два. Ну а дальше все по стандарту. Так, хочу посмотреть, что у нас тут получается. Так, эволюция, ну как всегда, не завершена. Так, а здесь... Да ладно. Шикарно. Тапиелозавр. Получается, мы сможем сделать... Так, сейчас, секундочку. Начать эволюцию. Блин, 8000 нельзя пока. Пока нельзя. Но, тем не менее, ребят, 20 уровень, это все-таки уже хорошо. Лучше, конечно, прокачать до 40-го. Да? А, кстати, а что если... Блин, да что ж такие расценки-то у вас там? По 7, по 8 тысяч. Извини меня, ДНК. У меня нет таких сумм пока. Думаю, в дальнейшем как-нибудь сделаем. Так, что мы тут с тобой забираем? Так, здесь собрали. А здесь забрали. Так, посмотрим, что у нас тут. Оу. Да неужели, друзья мои? Ну что, у нас появляется с тобой аммонит. Так, подожди, аммонит, надо тебя прокачать до 10 уровня. Окей. Приятно, когда у тебя есть легендарочка. Да, пускай не бриллиантовая, там не еще какая-нибудь суперская, пуперская, но все-таки есть. Так, что у нас тут? А, еда. Конечно же, еда. И, да ё-моё. Не это я хотел. Дайте мне посмотреть, что у нас тут еще созрело. Да что не нажимается-то? Ага, стегозавр. Стегозавра мы с тобой помещаем. Так, и получается у нас остается здесь Раджастега. Ну, как ты видишь, еще 4 дня и 10 часов. Ё-моё. Немало, согласись, по времени. Так, ну ладно, давай мы с тобой переходим уже к событиям и смотрим, что у нас здесь есть. Так, любое животное гибриды, это за микросупер ДНК. Защити свою территорию без ограничений. Хм. Блин, и тут же у нас с тобой еще и дрожь земли есть. Друзья, что будем делать? Давай, наверное, пойдем все-таки поиграем. Что-то мне уже перехотелось играть в столкновение. Так, а здесь? Подожди-ка, я что-то не понял. И там, что ли, одинаково? Тихо, подожди. Так, гибриды. Да какой-то трэш, ребята, здесь творится вообще. Слушай, фиг с ним. Фиг с ним. Пойдем-ка мы лучше с тобой в дрожь земли затусим. Потому что эти события у нас с тобой появляются часто. А вот именно лига. Так, ну что, для начала, как всегда, берем самых-самых слабеньких, да? Ну, где-то вот отсюда начнем. Раз, два. Три. Поехали. Надеюсь, все правильно я сделал. Да ёк-макарёк, а? Лимноцели с первым выпадает. Ну ты прикинь, а? Ну что делать? Придется вот так тогда переключаться. Джунгариптора брать, естественно. А что еще остается? Он сейчас поменяется, конечно же. Но особо много, я смотрю, он тут не выиграл, да, на этом? Поехали. Посмотрим, что он тут придумает. Ну давай, давай, что-нибудь делай, какие-нибудь движения-то. Он ничего не стал делать, да? Даже если, предположим, он взял две защиты, то мы с тобой сделаем 4 атаки плюс бонус. Окей.
Окей. Че, он хочет все слить сюда, что ли? На Лимнасцельса? Ну давай, попробуй слить. Я посмотрю на это. Ух. Даже так. Ну что же, раз такое дело, мы тогда сделаем вот так вот. Посмотрим, что он тут будет делать. Меняешь. Это хорошо, что ты меняешь. Так, ну что, мы можем, в принципе, его ушатать, я думаю. Давай, 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 родной мой. Вот так вот. Ну что, Лютораптор, тебе деваться некуда. Кумекай. Вот так вот, да? Отлично. Отлично, друзья мои. А я, как обычно, все в очки действий вливать буду. Ну давай, 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 какие-нибудь движения делай, ё-моё. Ничего не стал делать. Тогда распрощаемся с ним, друзья мои. Да-да-да-да-да-да. Вот как-то так. Все, ребят. Молодец, красавчик, красавчик, все, все, успокойся. Так, ну что, переходим с тобой, наверное, на следующую лигу, я так понимаю, сразу же. С детенышей, ну да, попадаем с тобой на выживших. Отлично. Так, крутим лигу выживших. Крутим. Нет, чтоб вот там вот встать, а. Так, ну что, друзья, продолжаем бомбить. Мы с тобой поднялись в лиге. Соответственно, противник будет уже посерьезнее. Не то, что здесь 20-е там какие-то уровни. Короче, берем Бонитозаура. Возьму Лимнасцелиса. И возьму, наверное, Пастозух. Нет, зачем нам Пастозух? Нам нужен Хищник. Гуандуня возьму. Наверное, надо было поменять местами. Гуандуня брать первым. Ладно, сейчас посмотрим. А вдруг у него летающий будет первым стоять, да? Так, нет, у него Диплодок. И очень много летунов. Поэтому нам нужно с тобой Бонитозаура сохранить. А сюда, естественно, брать вот так вот. Там он будет сейчас менять, скорее всего. Какого-то летунчика будет брать. И против летунчиков как раз Бонитозаур у нас и пойдет. Атакует, да? Берем Бонитозаура. И бонус. Вот так вот он делает. Так, у него... Он одну, наверное, взял на защиту, скорее всего. Скорее всего, ребят. Нет, не стал. Так, Эротитан. Ну что, он поменяет на Диплодока, получается, да? Он, получается так. Он три потратил, да? Три. Значит, что мы с тобой сделаем? Раз. Два, три. Goodbye. Так, 135. Ему в любом случае придется потратить две атаки. Эй, все. Все, ребята, ему крышка. Он подписал себе смертный приговор.
Вот так вот. Красиво. Все очень получилось классно, ребят. Ну что, переходим с тобой к следующей битве. Так, ну тут уже... Сейчас мы глянем, кстати, какое место у нас будет. Третье. То есть мы с тобой готовы перейти в следующую лигу. Давай только без вылетов, пожалуйста, игра. Давай без вылетов. Спасибо, ну хотя бы 20 долларов. Отбили немножко. Поехали. Здесь мы с тобой возьмем следующую партию. Я вот не знаю, может быть, я возьму Капразуха, наверное. Гигантозавра было бы, наверное, неплохо взять, да? И Насутта Цератопса. Давай попробуем такой командой. Или же все-таки нужно повышать планку. Сейчас посмотрим, какой у нас будет противник. Ну, давай быстрее. Твою налево. Да. Тут явно, ребята, мы фейлимся. Тут мы сфейлимся, скорее всего. Ничего себе, вызвал. Окей. Так, ну как-то у нас очень паршиво. Очень, ребят, паршиво. Ну тут фейлимся, ребят. Ну потому что вот... Видишь, кого он взял? Да. С удара сейчас, да? Уничтожит. Значит, надо было действительно повышать планку. Мне не пробить. Нет. Тут даже если ты захочешь, ну никак не получится выиграть. Просто никак. По приори очень сильные динозавры. Против моих нет. Не одолеть. Я-то, видишь, я-то шел по уровню. Думал, ну постепенно будем повышаться с тобой. А получается уже все, ребята. Если уже пошли гибриды, то извиняй. Ну, будем тогда с тобой повышать планочку. Ну, а что делать? А раз уже такие идут динозавры здесь, придется брать, наверное, легенды. Или супергибриды. Так, сейчас посмотрим. Ну, кого здесь можно взять? Ну, вот, например, этого. Дальше я возьму, например... Вот этого. Ну и, например, тиранозавра. Давай посмотрим, что он на это скажет. Ищет, ищет еще противников, да? Твою налево. Ты посмотри, как он предугадал, да? Так, ну тут понятно. Тут надо брать вот этого парня и все. И даже думать не о чем. Так, хорошо. Возьму тоже бонусы. Если он сейчас не походит, мы его уничтожим. Он не походил. Тогда прощай. Так, майнгозавр. Ну и что ты сделаешь? Да ничего. Одним словом, тебе тоже крышка. Меняет.
Так, ну что? Уничтожаем. Конечно же. Че я на него смотреть, думает, будет. Все. И опять же возвращаемся к моим газавру. Вот, ребята, такая же ситуация вот сейчас, вот в данный момент у противника, как у меня было в прошлом поединке. Просто без вариантов. Вроде бы и динозавры есть, да, вроде бы и легендарка, и все, но просто не подходят по стати. И все, и как-то не крути, проигрываешь в любом случае. Причем я даже сильно не напрягался здесь. Практически одним тиранозавром все и прошел. Так и вот там получилось. Так что, ребята, давайте переходите на следующую лигу. Ну, соответственно, и планочка повышается. Планочка повышается, мы с тобой уже в охотниках. Давай-давай, награду забираем с тобой. Крутим эту рулетку. Что там нам достанется? 11 тысяч монет. Окей, и продолжаем. Ну что, возьму нундагозавра здесь. Аллангозавра возьму. И, наверное, Ютирануса. Ну, конечно, два хищника, это, наверное, зря. Потому что вдруг у него сейчас первым будет летунок. Слушай, нет, очень даже неплохо попадаем. Очень даже неплохо. Так, ну что, меняем. Давай так вот сделаем. Он сейчас тоже будет менять. Наверное, брать будет альбертозавра, скорее всего. Ну да, так я и думал. Ну что, можно, в принципе, его уничтожить. А можно сделать немножечко по-другому. Давай я так вот сделаю. Ну что ты там пыхтишь? Давай, делай что-нибудь. Так, ладно. Пара за Уралов. Модификация вторая. Ну, допустим, даже он нас вырубит. Если вырубит. Я почему-то в этом не уверен. Раджазавр. Так, ну что, сколько там у тебя, я не знаю, ребят. Ну, вот так вот будет достаточно. Да, за глаза. Ну и как ни крути, все-таки возвращаемся опять к истокам. Похоже, что он допрыгался. Да, он допрыгался. Ну что, прописываем по полной программе тогда. Тут без вариантов. Все. Опять же, друзья мои, практически одним динозавром справился. Представляешь, одним. То есть два остальных, которых мы с тобой взяли, они просто пролетают. И вот это обидно, что они даже не отыграли. Что нам здесь выпадет? 600 ДНК, отлично. Неплохо, ДНК это хорошо. Так, ну что, планку повышаем. Тропиак Гуптера возьму. Таника Лагриуса и, наверное, Стегоцератопса. Посмотрим. Что, да как, да почему. Кто там первым у них будет? Травоядники, ё-моё, два травоядника. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что же, два травоядника, значит, делаем с тобой вот так. Он, наверное, будет меняться, конечно же.
меняет. Но у него атака намного слабее, чем у моего. Намного, ребята. Он еще осмелился ударить, ты прикинь. Вот это наглость. Ну и что ты сделаешь? Что ты там пасть свою открыл? Ты серьезно? Ну ты даешь, парень. Совсем, я смотрю, бессмертный, да? Все, все, ребят, тут уже дальше не обсуждается. Просто это будет раскромсон. Сейчас стегозавр завалим. Так, ему сколько нужно? Три плюшки где-то зарядить, да? Упс, я просчитался, ребята. Чуть-чуть просчитался я, получается. Сколько ты мне там нанесешь повреждений? Я понял. Так, меняем. Раз, два, три. Иди отсюда, погуляй. Насутто Цератопс появляется у нас. Ну давай, пободаемся. Ну и все, в принципе, сейчас мы его уничтожаем. Как-то так. Замечательно. Ну что, победушка за нами. Сейчас мы, наверное, с тобой перейдем еще. А, подожди. Перейдем. Сейчас глянем. А, вообще-то перейдем. Да, ребята, мы переходим в хищники. Мы перешли с тобой в хищники. И что у нас тут за награды? Еду. Мне дали еду. Так, ладно, двигаемся дальше. Беру Эдди Морфодона, Таника Лагриуса возьму и Анкилодока. Хочу посмотреть вот такую вот компанию. Прокатит или нет? В принципе, она неплохая, да? Но опять же, все зависит от того, как... Ох ты, крутозавр первым идет. Как раз под стать. Как раз, ребята, под стать. Давай-ка я, наверное, атаку сделаю. Окей. Ну, что он будет делать? Меняет на мегалозавра. Давай я тоже поменяю. Ух. Хо-хо-хо-хо. Это будет больно, ребята. Мегалозавр получается круче, чем... А, так у него 29 уровень, правильно. А мне его не вынести, да? Никак. Даже если захочу. Что я делаю-то? Ну зачем я так сделал, а? Твою налево. Это было тупо и глупо, на самом деле. Ладно, сейчас посмотрим. Я хотел просто поменять на анкилодок. Анкилодок здесь, ребят, вообще, в принципе, не нужен. Хотя против рептилий, может быть, он и пошел бы. Он все слил, да? Всю атаку. Окей. Тысяча 800 у него, да, там? Поехали. Иди отсюда.
Так, Ихтиостег. Ну, с этим вообще, наверное, я думаю, никаких проблем не будет в плане того, чтобы забомбить его. Он еще не стал ходить, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да как так-то? У него сколько было? 7, да? Так, ну что, 1400 нам нужно с него слить. Я думаю, вот так вот будет достаточно. Ну, твою дивизию, 9 хп оставил ему, прикинь. 9 хп оставил. Он ничего не стал делать, да? Давай проверим, так. Окей. Завалили. Сейчас будет все сливать. 100% тебе говорю, сейчас будет сливать всю свою атаку. И, скорее всего, мне крышка. Нет, выживем. Или нет? 15, вот теперь, ребята, ему кранты. Это просто круто. Это просто круто, ребята. Разыграли, все отлично. Фу. Сильный был противник, на самом деле. Но мы победили. Мы вырвали, так сказать, зубами нашу победу. Так, ну что? 69-я позиция. Окей. Нет, чтобы вот остановиться хотя бы на паке, а? Нет вот. Фигушки тебе. Так, ну что, я опять же продолжаю. Берем топиелозавра, наверное. Начнем с него. Похищником я даже не знаю, ребят. Может быть, с фенокодона взять. Мне кажется, его порвут там с полтычка. И, наверное, возьму диплотатора. Или... у эрхозавра. Вот фиг знает кого возьмем. Давай возьмем так вот. Поехали. Вот с фенокодона, видишь, маленькая атака. Очень маленькая атака, 243. Да и хп, в принципе, не очень-то много. Ёк-макарёк, вот это влипли. Вот это влипли. Он взял 3 травоядника, ребят. 3 травоядника. Причем у него тоже у эрхозавра первым идет. Ну что ж, поехали. Он ничего не стал делать, что ли? Окей. Он, наверное, сейчас будет копить очки действий, скорее всего. Так, ну что, у меня тут только один вариант, ребята. Прожаривать его. И то не... А, вырубили? Вырубили. А у этого 267 к атаке. Плюс 4. По-моему, нам кронтарики. 3 сливает. Ну что, топиелозавр, сможем его... Ой-ё. Наверное, не сможем. Вот если только так сделать. Да и то не вариант, да? Девяносто два хп моему оставили. Ну сколько ему нужно сделать? 3 атаки он потратит. В любом случае нам, ребят, не справиться. Блин, вот знать бы так, набрать 3 хищников, да? И просто бы мы тут разорвали бы их. 3 травоядника.
Ладно. Посмотрим. Оу, фак. Да как же так-то, ребят? Ну тут все, тут фейл. 800-800, это уже 1600. Даже если он сейчас... Ну да, кранты. Вот тебе и сфинокодон. Да даже если бы на самом деле был бы диплотатор, он бы здесь тоже бы не особо сильно зарешал бы на самом деле. Потому что просто не совпадение, ребят, по динозаврам. Вот и все. Поехали. Раз, два. Метриокантозавр. Блин, у него тоже здоровье вообще мизер. 389. Но зато атака 365. Против травоядных будет, конечно, вообще топово заходить. Так. Литронакс какой-то. Я таких и не видел-то раньше. Литронакс какие-то. Так, ну что здесь делаем-то? Меняем, наверное, да? Сейчас с двух атак меня вырубит. Да, глупо я сделал на самом деле сейчас. Да, такую глупо. Да ладно. Ты серьезно? Тогда пошел отсюда прочь. Тогда повезло. Этот, конечно же, у нас зал Максес завалит. Тут уж не поспоришь. Угу. Так, сколько у нас будет бомбить по нему? 203. А если мы поменяем? Ой-ё-ё-ё-ё-ё. Ну что-то до хренашечки как-то на самом деле. 794 будет бомбить. Травоядник по амфибии столько шпарит. Да какого фикуса-то, а? Ага, вот и попался. Вот ты и попался, парень. По-моему, мы его... Да, мы его растопчем. Так, ну если он все сольет, то он меня завалит. Нифига. Литронакс. Выглядит, конечно, опупенно. Так, ну что? Сколько? Отлично. Все, ребята, мы крышка. Эдди Морфодон его сейчас запинает. Вот так вот. А больше мне некем драться. Все, это получается у нас была последняя с тобой битва. Потому что некем. Я бы с удовольствием бы еще подрался, но некем, ребят. Ну, не дотянул. Неким, ребят, у меня вот только остался птеродактиль и, в принципе, и все. Больше никого нету. Да что там, а? О, ну разберись. Так, мы, кстати, с собой хавчик-то не активировали. Так, здесь забираем. Здесь забираем, использовать ускорение. Так, собрать моды. Давай-ка моды быстренько с собой заберем. Моды. За еду, естественно. Давай, дельта. Что-нибудь там хорошее дай мне, пожалуйста. Лучше бы пак мне дали бы. Закалку. Увеличивает запас УЗ на 20%. Окей. Давай, следующий. И на этот раз дает мне кровожадность. Увеличит урон на 15%. Допустим. Так, использовать три ускорения. Использовать кайнозойской эре. Ну что, в кайнозойскую пошли. ПВПшку. Кайнозойская эра. Раз, два, три. Тут тоже, ребят, по стандарту, потому что, ну, пока нет у нас никого новенького, свеженького, чтобы можно было заменить. Поэтому это вот как вот лидеры у нас идут.
Ого. Мегистотери. В первый раз вижу, ребята, его таким вот. Почти 40 уровень. Почти-почти на равных. Только у меня он будет посерьезнее, да? Ну. Чё? Наверное, сделаем вот так. У него олень, я смотрю, там есть, блин. Да ладно. Осмелился все-таки, а? Раз-два. Раз-два. Так, мегистотерий, 148 к атаке. В принципе, сейчас можем завалить его. Но он меняет. Так, против него кто у нас хорошо идет? Мамонт. Так, если мы с тобой сейчас... Ну, поехали, я рискну. Нормально. Это нормально, ребят. Так, если он сейчас поменяет на мегистотерия, это будет плохо. Так, вырубил, да? Ну что, нам одного удара будет достаточно, да, я так понимаю? Сделаем вот так. В плане, подожди-ка, я не понял, что это сейчас... защиту поставил. Он меня может пробить. И он это делает. Прикинь. И все, по ходу дела, я сфейлился, ребят. На ровном месте. На ровном месте вот так вот сфейлиться. Да. Так, 296. Ну, сейчас в любом случае он сделает все 4 атаки и... меня сможет победить. Я, конечно, сплоховал, когда вот с этим. Я что-то с одну атаку зачем-то сделал. Зачем? Прозевакал, ребята. Прозевакал, самое главное. Не досмотрел, короче. Ну ладно, драку мы с тобой сделали. Так, использовать 3 ускорения. Так, кого мы с тобой обычно выводим? Майонгозавра? Так, раз. Не туда. Это у нас второй получается. И последний, нам нужен третий. Все, 3 бесплатных ускорения мы сделали. Забираем награды. ДНК, деньги, баксы и диплодок. Плюс 95 очков доверий. Так, ну что, друзья мои, вроде бы на сегодня пока и все. Надо, конечно, эти деньги собрать, но я уже их сыгру за кадром. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.